Итак, всем привет, с вами Артём. Наконец-то вышел аддон на Redstone на Minecraft Pocket Edition 0.12.0. Давайте же его рассмотрим. Так, тут добавили две вещи. Нажимную плиту. Золотую нажимную плиту и железную. Да. Так, что было в 11-й версии? Вот оно. В плечах там был. Куда и все вещи. Добавили только нажимную золотую плиту и нажимную золотую... железную плиту. Так, в общем, задержка у нее практически нету. Там на 1 миллисекунду. У этой задержка на 5 миллисекунд. Я что-то там читал, не помню уже. Так. Вот обычная нажимная плита. Деревянная, у нее задержка от 1 секунду. Кнопки немного побольше деревянной. Так, у каменной плиты задержка поменьше, чем у деревянной. А у кнопки, да, тоже поменьше. Так, ну, в общем. Вот, да, это Redstone факела. Я не знаю, что это день. Ну да. Стой, важно. Так, вот обычные поршни, а вот великие поршни. Так, вот в общем. Такая вот что за хрень? Кажись, это пипец. Ну и баг. Не, нормально вообще. Что за хрень происходит? Мне раньше такого не было, когда я его только скачал. Это, наверное, был планчик. Ты, ведь это вообще не сломать нельзя. То есть мы его как бы ломаем, но мы его не ломаем. Блин, что за бред? Что если... Так. И... поставить Redstone... Нет, не забор. Redstone факел. О, все нормально, теперь работает. Да. Ты серьезно что? Прикольно, они сделали то, что когда становимся на поршень, который двигается, то мы и всем тоже поднимаемся. Так, с этим точно так же. Прикольно сделано. Ай-яй-яй. Какие громкие вы двери. Итак, вот Redstone лампа, мигающая того же механизма. Так, что же еще такое? А, да, напоследок сделаем вот что так. Да что ж постоянно забор так? Так. Тебе это все гораздо легче делать. Ну ладно, не важно. Как построить? Так, тут явно больше, чем 15 блоков. А когда... Когда больше, чем 15 блоков, Redstone уже не работает. Ой, до 15 блоков или больше. Ну, в общем, надо поставить повторитель.
надеюсь, вы меня поняли. Так, сейчас может вылететь, потому что Redstone мод и динамит это как-то не очень хорошо сочетание. Ну ладно. О, так как я и сказал, вылетел. Да, ну ладно. Что ж, на сегодня все. Да, вот такой вот был прикольный аддон на Redstone, ссылочку я оставлю под видео. Ладно, что ж, всем спасибо за просмотр, поставьте обязательно лайк, и всем удачи, пока!